Смоленская земля. В годы Великой Отечественной войны ей досталась особенная роль. Главный удар фашистов был направлен на Москву. Преградой стала Смоленщина. С июля по сентябрь 1941 года длилось Смоленское сражение. Благодаря героизму и мужеству воинов Красной Армии в этом сражении был сорван блицкриг. Гитлеровский план молниеносной войны против СССР. Гитлер собирался выиграть быстро, но под Смоленском ему дали понять – быстро не получится. Ценой этого стали жизни сотни тысяч людей, бойцов из Рязани, Ярославля, Казани, Нижнего Новгорода, Калуги. Всей России буквально встали на пути вражеских войск. Смоленское оборонительное сражение началось 10 июля 1941 года и закончилось 10 сентября. Третья танковая группа под командованием генерала Гота прорывается из района Витебска и обходит Смоленск с севера. Вторая танковая группа генерала Гота наступала южнее с целью захватить город Ельню и замкнуть окончательно окружение в районе Смоленска, в ходе которого разгромить советские армии. Снабжение советских войск, сражающихся под Смоленском, осуществлялось через небольшую переправу в районе деревни Соловьёво. 27 июля 1941 года немецким фашистским войскам удается захватить эту переправу. Сводный отряд под командованием полковника Лизюкова пробивает немецкую оборону и отбивает переправу. Через нее отходят отступающие части 16-й и 20-й армии из-под Смоленска. Бои в районе Соловьёвой переправы были очень тяжелые и кровопролитные. Очевидцы рассказывали, что Днепр буквально красный был от крови. Общее количество потерь, понесенных Красной армией, в том числе и мирным населением, которое также отступало, в том числе из Белоруссии, со Смоленщины, невозможно до сих пор оценить. Называются разные цифры, от 50 до 100 тысяч человек погибшим. Очевидцы рассказывали, что фашистская авиация безнаказанно бомбила и расстреливала из пушек, из пулеметов, с воздуха отступающие части и тылы 16-й и 20-й армии. За свой подвиг, за удержание Соловьёвой переправы, за помощь в выходе из окружения 16-й и 20-й армии из-под Смоленска полковник Лизюков был в августе 1941 года удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Весь берег перед переправой был заполнен машинами, повозками, санитарными обозами, артиллерией без снарядов и снарядами без артиллерии. Людей видно не было. Вероятно, они прятались то ли в воронках, то ли под машинами. Но они были там, в этом пекле. Были. А вот наших зенитчиков нигде не было видно, как я не всматривался. Заметил только счетверенную пулеметную установку на грузовом газике. Но огонь из нее не вели. То ли расчет уже погиб, то ли с пулеметами что-то стряслось. А только никто от налетов фашистской авиации не отбивался. Это было жестокое планомерное уничтожение тылов нашей отступавшей армии вместе с переполненными обозами раненых. Двойки пикирующих бомбардировщиков, отбомбившись, сменялись двойками истребителей, расстреливающих живое и мертвое. И уцелеть здесь было просто невозможно. Мне следовало бежать отсюда, пока еще было время. Но я не мог оторвать глаз от этого гигантского эшафота. Борис Васильев, доброволец. 30 июля Гитлер издает директиву за номером 34, по которой группа армий «Центр» переходит к обороне. То есть враг был остановлен на нашей Смоленской земле. В августе они должны были парадом пройти по Красной площади, а Смоленское сражение продолжается. Мало того, на Смоленской земле была проведена Ельнинская наступательная операция. Фактически она являлась первой наступательной операцией нашей армии. Ельня – маленький городок в 111 километрах от Смоленска. Но именно здесь начался путь к
к Великой Победе. 6 сентября 1941 года советские войска одержали первую победу в Великой Отечественной. Здесь работала стратегия Жукова, и здесь родилась Советская гвардия. Ельнинский выступ. Плацдарм, занятый немцами и направленный в сторону Москвы, давал возможность гитлеровцам окружить и уничтожить в районе Смоленска основные силы русских, а затем перейти к наступлению на столицу. Это было необходимо предотвратить. Командующим фронтом Сталин назначил Георгия Жукова, который тут же отправился на передовую. 26 дней в Ельне шли упорные кровопролитные бои, завершившиеся 6 сентября освобождением города. Значение этой победы было огромным. Идея Блицкрига была сведена на нет, фюреру пришлось полностью менять сценарий восточной кампании. Стрелковые дивизии, участвующие в сражении, были удостоены звания гвардейских. Но главное, всем стало понятно, немцев можно победить. Это воодушевление было важнее всего. А еще эти места связаны с историей «Катюши». И с грозным орудием в Ельнинской операции новейшая реактивная установка проходила боевое крещение. И с легендарной песней, в честь которой эта установка была названа. В этих краях, в Ельнинском районе, родился автор слов «Катюши» Михаил Исаковский. Эта песня вдохновляла бойцов по всему фронту на протяжении всей войны и самыми необычайными способами спасла жизнь многих людей. Однажды под вечер, в часы затишья, наши бойцы услышали из немецкого окопа, расположенного поблизости, «Катюшу». Немцы проигрывали ее раз за разом. Это разозлило наших бойцов, мол, как это подлые фашисты могут играть нашу песню? Не бывать этому. В общем, дело кончилось тем, что мы совершенно неожиданно бросились в атаку на немецкий окоп. Завязалась молниеносная схватка. В результате немцы еще и опомниться не успели. «Катюша», пластинка, вместе с патефоном была доставлена к своим. Военный корреспондент Илья Селивинский. Керчь. К ноябрю 41 года вся территория Смоленской области оказалась под немецко-фашистской оккупацией. Фашисты проводили на территории области жесткую политику террора по отношению к мирному населению. По подсчетам, проведенным после окончания Великой Отечественной войны, наша область понесла колоссальные потери. Одних только военнопленных на территории области погибло больше 230 тысяч человек. Проводился террор также против мирного населения. Фашисты уничтожали буквально целыми селами мирных жителей. Всем хорошо известна белорусская деревня Хатынь, которая стала символом сожженных деревень. Так вот, на Смоленщине было 52 таких хатыни. 52 смоленские деревни были полностью уничтожены вместе с мирными жителями. В огне погибло больше 5000 человек. Осенью 1941 года немецко-фашистские войска проводят операцию «Тайфун». Советское командование предполагало, что наступление будет проводиться вдоль автострады Москва-Минск. Однако немецкие фашистские войска пошли другими проселочными дорогами. В ходе упорных боев под Вязьмой погибло порядка 400 тысяч человек, а в плен попадет, по разным подсчетам, от 500 до 663 тысяч советских солдат и офицеров. Те, кто оказался в окружении, сражались героически. На местах боев до сих пор находят останки погибших воинов в ходе вахт памяти, личные вещи, документы. Богородицкое поле. Информация о том, что здесь произошло, долгое время была засекречена. По официальной версии, Вяземская операция в октябре 1941 года была необходима для того, чтобы задержать немцев и дать столице подготовиться. Цена этого была очень страшной. Около двух недель войска Красной Армии сдерживали натиск 28 гитлеровских дивизий. Страшно представить, что в этих братских могилах лежат целые дивизии. Здесь
погибли 5 советских армий. Приблизительные цифры потерь под Вязьмой за 2 недели обороны в 2 раза превосходят Сталинградскую битву. Около 925 тысяч человек. Из них около 300 тысяч погибло, и более 600 тысяч попали в немецкий плен, что было судьбой гораздо более тяжелой и сулило не просто гибель, а страшное мучение. Русская Голгофа. Так называют это место историки сегодня. Смоленск, который принял на себя начало войны, стал одновременно одним из главных символов победы. Михаил Егоров, сержант Красной армии, водрузивший на Рейхстаг Красное Знамя, был родом из Руднянского района Смоленской области. Герой Советского Союза Егоров вернулся на родину. По пути он отыскал медсестру, спасшую ему жизнь в 1943-м. Женился и прожил мирную жизнь на родине в труде и почете. Земляки вспоминали, что у Егорова были страшные шрамы на ладонях. Их Михаил Алексеевич изрезал, забираясь со знаменем победы на стеклянный, разбитый бомбежкой купол Рейхстага. Почтить память героев теперь приходят сюда, в сквер памяти. Крепостная стена, которая несколько столетий охраняет Смоленск, может рассказать многое. Герой Советского Союза Мария Октябрьская. После того, как в августе 41 года погиб ее муж, она написала письмо Сталину. Дорогой Иосиф Виссарионович, в боях за Родину погиб мой муж, полковой комиссар Октябрьский Илья Федотович. За его смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу отомстить фашистским собакам, для чего внесла в Госбанк на построение танка все свои личные сбережения. Сталин ответил согласием. Так в СССР появилась первая женщина-водитель-механик танка. На своем танке Октябрьская белой краской написала «Боевая подруга». Немцев она громила нещадно, а среди бойцов стала легендой. В 1943 году Мария Октябрьская участвовала в боях за Смоленск, а в 1944-м была смертельно ранена. Но танк, боевая подруга, дошел до самого Кёнигсберга. Танкисты упорно чинили его и обновляли надпись. Так герои шли к победе, даже после гибели. Огромная невидимая рать русских героев, положивших конец чуме фашизма. Смоленск сегодня – это красивый современный город, побывать в котором стоит каждому. Земля здесь особенная. Вы обязательно это почувствуете здесь, у Кургана Бессмертия. После войны землю сюда свозили со всей Смоленской области. Отовсюду, из всех областей, городов, деревень, которых коснулась своей кровавой рукой война, шли и ехали люди с ведерками, баночками, пакетами и везли землю. Из нее сложен этот курган, вокруг которого сейчас гуляют люди, гоняют дети на велосипедах. Мирная жизнь, которую оберегают души наших предков. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как кринки несли нам усталые женщины, прижав, как детей, от дождя и груди? Как слезы они вытирали украдкой, как вслед нам шептали «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, как всталь повелось на Великой Руси. Слезами измерены чаще, чем верстами, шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами,
как будто на них вся Россия сошлась. Как будто за каждую русское колется крестом своих рук, ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверящих внуков своих.